Монород, Элрей. Монород спрашивает, что ему делать. Видимо, конечно, вообще, как из жопы. Или босса бесплатно танчить? После двух костов забираешь у меня босса и танчишь. Если что, ты на первой платформе, а на второй фазе. Слева. Ласки тикают. Ну, даю проверку еще раз, что там кому не хватает. Что с Элреем? Тирс, Сантей. Становитесь все в одну метку сразу. Ну, народ на первой платформе, да? Да, ты на второй. Слева. Кирс. Он писал, что на 5 минут ему срочно надо отойти. Блять, Эвридий остался. Нормально вообще? Лёха, ты их специально как-то сдвинул сюда к стене? Видимость вообще фиговая. Либо вид сверху, либо из дырки, из двери, но из прохода. Мы потом перейдем, будет получше. Боком сделаем. Да, вид от стены вообще он всегда не очень. Ну, так ты мышкой поверни, левой кнопкой мыши на экран нажми, поверни экран, как тебе надо. О, господи. Блять, плохому танцору яйца мешают, знаешь? Такое пословица. А что будет мешать мне? У тебя тоже яйца есть. Я могу от первого лица, конечно, включить интерфейс и вообще ничего вокруг. Куропатка, да, есть яйца. Так, видно, все нормально. Серег, просто камеру вверх поверни, и все, все видно прекрасно. Все, великолепно. Я ромбик вижу, если вверх повернуть. Такой вот верхний сходит. Кира здесь пришел, нет? Че с Мозером? Релок можешь. Ласку экономить. Наверное. Ой-ой. Кто это? Я ему там дал столько этих, блядь, что он там может не экономить нихуя. Он все раздал. Попрошайки сразу обмен кинули, типа меня. Сколько одна фласка? Один знак стоит? Да. Я хочу увидеть вторую фазу. Я хочу умереть. Тогда ты про товар. Когда вы научитесь так что делать, блять, нормально переводить босса, на второй фазе будет изи вообще. В второй фазе то же самое, просто все точь-точь. Только вместо Алара, еще проще. Вместо Алара будет, блять, этот как. Мелкий. Ага, и пол рейдов Фереста чилит. Ну на Ферта уже грех не отвернуться. Все, Мозер, заходи, Кирс тут. Даю проверку. Я не понимаю, почему вы... Не так, как раньше первую фазу перевозили. Полина, Элбрил. Я же подтвердил это. Чтобы задрочить вас. Элбрил, Мозер готов? Как-то каждый раз новая тактика, нет? Не, мы можем по-старому. На второй фазе... Лагаешь. Говорю, мы можем по-старому, только на второй фазе это нихуя не проканает. Чё, 3, 2, 1, поехали. Хило доставить? Да. Каст. Перебежали. Ну встаньте вы в ромбик, ёбаный в рот. Очкуют они в ромбик стоят. Сейчас из-за тех, кто справа стоит, без звезду перекроют. Каст.
Перебежали. Мобы, монород забирай. Хил монорота. Смотри, там будет по монороту страхонешься, что. Сейчас в ромбик будем перебегать. Каст пошел. Прибежали. Забери там монорот. В ромбик Мозур. Десять секунд заберу. Каст пошел. Перебежали. Зена поднимешь. Мобы. Только под боссом не контролируйся. Кислый аккуратно, только оставайся. Баф, ты кислый. Каст пошел. Перебежали. Мобы. Ладно, два похуй. Ухиливаем. Тебе вообще это говно не стакается, блядь. Нормально. Каст пошел. Перебежали. Моба. Моба все еще. Она раз забирает. Мобов активнее. Красавцы, нормально все. Еще одного моба убейте. Каст пошел. Перебежали. Забери там монорад, если что. На 20 секунд. Забрал, вот дохили. Дал тебе этот жертвенность. Куда? Каст пошел. Перебежали. Мобы. Забираю. Иди бей эти боссы танки. Ой, трэш, блядь, эти боссы. Каст пошел. Перебежали. Активнее, активнее. Ты все следующего каста заберешь, короче. Каст пошел. Перебежали. А народ хилит. Народ. Надо нуть. Моба. Сильнее, сильнее.
нормально. Забираю. Побос. Добейте пару мобов там. Каст. Перебежали. Перебежали. Сакру дал. Пять секунд за перо. Ну сильнее надо, минута ровно. Давайте, давайте. Да. За вторая. Перебежали. Последний раз лить и как раз успеваем. А, 2%. Мобов активнее слиться. Надо слить, надо, да-да-да. 30 секунд, все нормально, все нормально. Сильнее, слейте, слейте мобов. Направо фаза, уходим. Фаза 1/10, сука, это... фаза. Фаза. ШВ, ДВ, блядь, что-нибудь, эту хуйню. Бежим. Мобов нет. Паный в рот, блядь. Соседи. А здесь как, к стене или, блядь, вдаль? К стене, подальше. Звезда, дай на меня. Ну, этот, прости, на себе звездочку поставь. Я прости, да. Первым сразу? Да. И нора по хилам сдайте, дал по шумоголу. Адмирал. Этот Холипал, выйди на рен, чтобы меня хилить. Массу все просильте. Дебаф читайте свой. Женен, продиспель массу. У рейда все слабость. Все в луну. У меня усталость. В луну, левее встаньте. Луну видите? Нет. Перья. Демон блок. Перья. Куда вы побежали? Перебежали, долбоебы. Просиливайте, лаву просил. Женен, диспел. Рейд поднимите, дай им на хп просить. Вопрос Войда просил. Войд, сейчас стоп. Войда, Войда хильте, масса. Масса, Лёх. Всё, та сторона упала. Побежали. Оба. Для кого объясняли? Короче, сука, слов нет. Бейте трэш. Трэш, трэш, трэш. Спейте. А, ты нет, там с ренжи уже фениксы бьют. Оглё, слили. Крик. Ну смотри, вот во-первых, ДПС на полминуты не хватает. На полминуты. Почему? Потому что нужно, чтобы 5 было перьев. А мне вот дебаф, например, повесился на минус маку. Там 3 долбоеба, блядь, побежали, как каст еще начался. Это ладно. Второе. У Холипала почему не было между первой и второй? Он забыл? Да я ему сказал, я забыл, что Шамагол должен меня хилить. Адмирал должен с Элбрилом хилить этого вагу. Там вага ругается, что с него агрос срывают, и он не хочет это танчить. В смысле агрос срывают? У него же 2 Т5. Дело там не в Т5, дело в том, что ярость повешалась на ДДшеров. Ну так там обнуляется агро после каждого этого крика. Нет, 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 нет. Там... Почему? Он пишет, у него 0 Т5, 0. Там дело-то... Там не ярость была. Я тебе отдавал же это. Ну, Т5 на танк. Я думал, ты уже раскрывал. Но вы что, сами не смотрите за костом, блядь? Лёха, да нет, вы неправильно, ничего не поняли. Агро обнуляется возле того феникса, на ком ярость написана. Это было вообще на другой платформе, блядь. На вашем слабость. Никакой дизинфы не было. У нас Лёх пик был. Лёх, дай ассиста. У вас был, если вы не стопнули каст, сало вешает. Релогнусь. У меня вопрос, кто так не долго хилится? Элбил, Адмирал, Шамагол. Кто долго хилится? Рей долго хилится. Спокойно. Вообще-то каст был МЗР.
Или тебе видео скинуть, уважаемый? Нет, был каст, он тебе говорит за то, что якобы ты сказал побежали, вот они и побежали. Он не сказал побежали, я не сказал, он сказал ну вот я и говорю, что-то. Да. Слушать разучились, что ли? У вас там метка есть в рейде для этого, смотрите на метку на свою. Таргет Феникса, фокуса Лара, вот и все. Короче, этот, вага в ретрика. Вага в ретрика, кислый, обратно в танк. Лёх, дай ассист, у меня таймер будет анонситься, когда бежать. Там вага портуется, можно по АФКшить? Можно по АФКшить? Рисничка. Лёш, я бы уже отошла. Монород тоже в танк. Отойти можно? Уже пулять собираемся. Там все равно вага портуется. Давай быстрее. У Сала вторая фаза на 30%, Асгарда довели. Только что. Кого довели? Сала. Халариала. Тёлку. До скольки процентов? До 30. И чё там? Ну вот, скинули скриншот, там пиздец. Он превратился в этого урода, только не такого большого, как в обычке, а маленький. И сколько у них? И 5 бездн вот этих мудаков маленьких, обжигающих. Чё проверку не подтверждается? Чего не хватает? Баги в рейде не хватает. Метки обнови. Уже написал сон. Пропали. Зачем вам метки? Тут рисунки есть на полу. Да потом, блядь, ну ты видел, даже по меткам забегают, что я ебу. Вот типа идеально были меточки, вот прям вот идеальные метки стояли. То, что ты стоишь чуть-чуть в луже, но все равно она тебе типа, ну, ты дебаф не ловишь. Там 6 метров радиус, да, да, да. Можно ромбик чуть ближе. Нормально. Каску дайте. Прям идеально были метки. Винту. Сейчас ваха даст каски. Дал, каску дал, и туда идти. Проверка. Вам не нужно вперед забегать. Вот в метках, если все идеально, из метки в метку забегать, прям вообще хуй будет. Короче, этот кисло с моноротом, если что, дамажите трэш тоже. Там, кто свободен, тот и дамажит. Монорот. Я в танке, что ли? Да, ты в танке, я же сказал. Вага, стоишь, короче, в стороне, там тоже как... Хилов два. Еще раз, Ред, прогони. Розария между первой и второй платформы слева с Моссой. Мосса диспелит, Розария, если что-то Моссу прохилит. Дальше. Шамагол, становишься вместе с Элбрилом. Становитесь, короче, блять, вот вам метка. Становитесь вот сюда, трусы, блять, и хилите оттуда. По рейду урона там особо нет, адмирал абсорбит рейд, если что, им дадим. Там урона, в принципе, не будет. Этот, ну, типа, нихуя не взрывается, по урону рейда нету. А вы хилите. Шамагол в приоритете меня хилишь, Элбрил в приоритете будешь хилить Монород. Монород, сейчас ты будешь на этой платформе, где весь рейд стоит, кислый на первой слева. Освободишься, после первой платформы будешь диспелить рейд. А так пока что диспелить Жужжуну Н. Ну, когда на вторую фазу поднимемся. И как поднимемся, стойте, блядь, в одной метке. Все готовы? Все готовы. А, Монород, стоп, Мосса, не диспель. Пускай Монород диспелит, сейчас Монород может диспелить сам, реально. Что-то я затупил, блядь. Все, 3, 2, 1, пуляю. Я вам боком так вот поставлю, чтобы и мне было нормально, и вам. Меликом тоже, чтобы было заебись. Каст пошел.
перебежали. Ложу под боссом, если что. Каст пошел. Перебежали. Забираю. Мобы. Второго его застаньте. У нас так и не причищено. 8 мобов должны разорвать секунды. Кислого хитца. Все, поехали по боссу. Мобов доковыляем. Каст. Прибежали. Через 5 секунд заберу. Забираю. Каст пошел. Перебежали. Всех объявления рейда пишет. Угу. Моба. Каст пошел. Перебежали. Прибежали. Ой, да сил, 8 секунд заберу. Такое ощущение, что с меня дистолят самую в последнюю очередь. Моба. Забираю вас. Мобов. Отлично. Каст пошел. Перебежали. Так. Кисло скажу, когда забрать, пока нет. У меня 5 секунд. У меня только 5 стак. Каст пошел. Все каста забирают. Перебежали. Забрал. Где на БР по резисту? Моба. Сейчас больше свича, потому что новый минус один маг. Не успеем залить. Сливается. Очкуйся. Каст пошел. Прибежали. Давайте активнее. Берешь?
заберу. Дра, каст пошел. Прибежали. Моба. Спинор адмирала отдал. Каст пошел. Перебежали. Забираю. Это как 5 стаков. Ветер. Не активнее, активнее боссом. Минута. Спать. Мобы появятся, заливаем мадов и переводим босс. По таймингу будем смотреть или берси. Перебежали. Этот каст пошел. Перебежали. Забираю. Сейчас ады появляются, быстро урон по адам. Стопните по боссу. Стопните по боссу. Завис. Процент. Не бейте босса вообще. Забрал пока на себя. Добивайте трэш. Добейте, добейте. Одна десятая и фаза. Точечно добейте. Там один остался. На фазу. Все нормально. Женаем с Монрота дисплей. Прям на ходу. Там Кирс стоит. Минус Кирс. Долина вся лужа. Завис, завис. Хуёво. У меня картинка, как мы переводим босса. Говно, блин. Метку, метку. Геру Полина. 4000 пинга. На у рейда рассеянность. У меня усталость. Вторая. Кого рассеянность будет? Это. Изар. Коника там, блядь. Пошел каст пере. Проси коника, Элбрилс, но я на прохи. Прибежали. Кого шум? Кирса. Звездочку видите? Ближе к лужу в звезду. Вы если не доставите, вы скажите, я подойду поближе. Массу прохил там. Прозали. Через 2 секунды. Каст пошел. Ближе к луже, адмирал. Перебежали. Народ охиляется. Далее уезжу. Три сверхновые, откуда? Здесь. Это дальние. Там у Розарии мост, скорее всего. У меня заканчивается лужа, последняя. Блять, вы могли сказать вообще, нет? Хилов нету. Ну это вай. Да понятно, что вай. Три сверхновой зашло. Откуда, блядь, три сверхновой зашло? Ну это там, получается, кто? Мост, да, Розария. Так, блять, проанонсить этот момент, написать хоть что-нибудь в чат, блять. Один моб шел. Не, я думаю, ну, блять, идет один моб, не буду станет, сейчас зайдет одна сверхнова, не критично. Что с прохилом? Элбрил, адмирал, блять. Шамагол, блять. Так а че там ебануло сверхновое? Так там ваншотом просто людей сложило. Да, там да, ты че, тут гнисопротов нихуя. Я еще до этого говорю. Типа, блядь, до этого не было прохила вообще. Не, нормально прохил был, ты чё? Мы да перебегали, там, там только там разбойники. Потом мы рассредоточились, начали дальше. Ну, разбойники играют просто. Моба там добили, почти 3 ляма осталось. То есть, да, блядь, прям давайте как раз, ещё раз просто. Типа, мы сливаем этот трэш и одновременно заливаем моба. У нас улем пингует, кого мы тут зальем? Ну, я имею в виду по таймингу, мы заливаем вот эти 10 мобов, и одновременно с ним заливаем маленького моба. Кстати, а какого хуя было 10, а не 5?
Потому что мы у нас сейчас получается переход такой, что, блядь, после 10 мобов, то есть если бы следующие 5 луж, допустим, упали, 5 перьев, и мы перевели, тогда бы было нормально. То есть нам, блядь, или немножко... Так даже лучше. Не-не, так лучше. Да. Потому что, ну, говорю ровно, получается, ну, там, 10 мобов, вот они выходят, мы сливаем, ну, их одновременно вместе с вами. Получается, те 5 мобов лишние, по факту. Да, меточки поставь. Рыбу ставлю. Нет, ну народ, ты понимаешь, смотри, у тебя как будет. У тебя будет 5 мобов, мы туда прибежим, 5 мобов, лужи. Мы сливаем мобов, потом еще выходит 5, да. И получается, когда вторая лужа заканчивается, мы убиваем феникс. И потом, ну, как бы еще один появляется. И это по таймингу намного хуже. Это еще ли, ну, это лишний мобов. Лучше, чтобы было 10. Сразу. Не надо давайте их взрывать, сейчас. Давайте курнем 3 минуты, пойду покурю сам, а то не курил еще. Сейчас вот именно вот их 10 и одновременно их сливаем, убиваем моба. 3 минуты покурить. За 3 эльмовские лужи должны адов сливать, иначе будет бобо. Какой-то лок я видел, хлопушку дает, держи ее прям когда они уже, ну то есть близко к этой... мелкому, чтобы наверняка. Типа там вначале их стопнут в любом случае. Там кстати, и новые сейчас стопнут. Сколько у этого у пепла осталось? Да добили почти, там 3 ляма оставалось. Да, мы по это как раз идем. Там не хватало и лема. Вот второго лема не хватало. Да, и лема, там... и если бы не убило бы еще. Сколько а сейчас стопудово кто-нибудь опять залагает, как обычно. Ну хули, никто не застрахован. Да как не траешь постоянно, почти получается и какая-то залупа у кого-то. Бля, Войт, если там у тебя появляется с кисом это, блядь, мелкие, анонсить, то очень важно для рейда. Ну, белая стая мне тоже писали, они сказали, что у них, когда был первый килл, у них все белорусы лагали, потому что интернет после 20.00 у них почему-то лагает. И они все равно убили. Это я Делорусу отвечаю. Мы пропадали по ДПС. У меня сейчас пишет задержка 2000, но при этом ничего не лагает. Никаких задержек нет. Сейчас будет пул зависнешь. Кстати, типа белая. Я вот не знаю, у меня вообще все отрублено. Ни одного аддона не включено. Ничего не лагает, только серф. Видели, кто на второй фазе разлил лужу вот эту посередине между мелким, блядь? Это, по-моему, миличник какой-то не добежал. По-моему, он просто раньше побежал. С РДД. Ну ладно. Оба слили, кстати, или нет? Нет. Но все, что я увидел после того, как отлагал, что у последнего моба 300к осталось. Это как раз ровно, если бы у меня вот этой фигни не случилось, мы бы их залили. И дальше появляется этот следующее перья, как раз когда мы его сливаем, да? Потом еще один как перья. Раз, да. То есть мы как раз перебегаем вправо, где-нибудь там тормозим поблизости Феникса, падают вторые перья, мы перебегаем уже... с правой стороны от Феникса второго, да? И как раз передних мы контролим, а задних, ну, как бы это... то пару банов, два зайдут, потом отпустить, да, ну, как вариант. И все нормально бы убивалось. Наоборот, может дальних не контролить. Ой, наоборот, дальних контролить, а ближних убивать. Ну, типа, рейду проще. Нет, я это имею в виду, что ближних убить... А дальних они же все равно, скорее всего, по воздуху пойдут. Дать пару банов. Конечно, и там же нормально. Сюда, наверное. Там Мосса отлично контролил в прошлый раз. А вот сейчас пишет задержка 100. Конечно, у компа. Я покурить отошел, я сказал. У него микрофон другой не слышит. Просто вы мне говорите, кто там на дальних платформах стоит, говорите, у вас есть мобы или нет, потому что это критично для рейда. То есть два моба еще переживем, вопросов нет, три нихуя. Или просто вы говорите, когда доходят дальние
тут хотя бы купол дадут или какие-то сейвы. Я бы Масаку поражал. Бы. Ну, опять... Да, то как-то неожиданно было. Зимок заходит и в душе не делается. Ты ведь ставишь вот сюда. Это туда до моба расстояние меньше. Не лучше ли будет рейд поставить вот сюда? Скажем, вот так вот. То есть первая метка вот здесь. А вторая метка. Да кислый, паришься, у нас есть два элема. У вас сейчас есть два... один элем. Ну один элем весовый. Нормально, тут если будет два элема... Стой, 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 но это плюс, это нам плюс. И допустим, третью просто они вперед пробегут. То есть, вот смотри, перья первые. Вот как раз моба видно, все, все бьют. Вот, раз, перья перебежали в круг. То есть, ну там на край, короче, примерно. Круг сейчас. Милики не добегут, а добегут. Добегут. Заранее прибегут, если. То есть, допустим, вот сюда. То есть перья перебежали в трусы. Хрюк. Смотри. То есть до мобов уже дальше они идут. Плюс причем, что замедленные. Все, развернули, сразу херачим. Тут сразу вот эти вот 5 метров, пиздец, как. Дают, потому что мобы доходят прям практически еле недобитые. Не, кисло, у нас два элема есть, которые тандер дадут. Все, блядь. Просто один. Ладно, сейчас вот Кирс опять вылезет, че? Ну Полина тандер даст. Ты не убьешь по-другому, понимаешь, тебя все должны. Да, ну, тебя нету права на ошибки. Не, понимаешь, у магов луч на одном, блядь, на одной линии хуярит. Тут не прокатит так. Точно так же, типа, вылетит хил вайп, вылетит танк вайп, вылетит там ДД, который, скажем, замедляет, тоже вайп. Типа, первая фаза сейчас... Ой, блядь, куда я метки ставлю? Первая фаза сейчас на самом деле легкая. Ну, не знаю, как для кого, но, блядь, первая фаза легкая. Кирс, у тебя тандры есть? В скобочках нет. Есть. Все, подходишь, тандр даешь, да и все, и мозги не... А насколько он скидает? Специально для этого тотем. Ну, Полина стандарт. Насколько цель он кидает? Всех. На всех. Все, что в радиусе меня. Давай у него нет места вроде. Давай первая Полина, потом ты. Все, короче, я готов. Да, можно так. Дай проверку. Ром далеко. И по оковам. Первая Полина, я второй, Шамагол, третий можем. У меня лагает начало. Я не говорю, это сервак. Да я систа мне просто. Что за жопа? Сейчас я поставлю. Клиент жопишь. Я вот клиент обновил, у меня после этого лаги начались. Там просто сало убивает, дядя Дезурон немножко балуется. Завтра будет коват, завтра будет проще в плане танков. Круг не ровно по центру. Вот смотри, где кошка стоит. Встань в центр. Центр встань. Вот. И завтра будет еще фарадом. Коника, что с тобой? Клиент устарел. Все, на пенсию пора. От меня сегодня тоже выкинуло и 40 мегабайт докачало. Мы Джайда бить-то пойдем? Нахуй она нужна? Нужна. Нахуй нужна. Нужна. Адмирал, тут уже 4 книжки выпало, пока тебя не было. Пока Лара не убьем никаких джайнов. Не против. Нахуй, блять, это джайн, все, забейте. Давай просто не ходить в целка, чтобы не мыли про джайн. Да вы можете, когда продлите, просто джайна убьете и все. Современные проблемы требуют современных решений. Коник, от тебя только ждем, если... Сейчас у меня что-то 0 мегабайт секунд.
Бля, уже с первых раз идеально бегаете. Осталось так идеально. Ну, в принципе, идеально уже наперед бегаете, все заебись. В этом плане все заебись. А можно свое слово скажу? Эмбрил, мы же с тобой стрим зеленый, ну, то бишь, это там, в отдельно, да? Короче, когда касс идет этого, перьев, ты вправо в сторону рейда, я в сторону танка, короче, бегу. Ну, когда касс кончается, чтобы лужа, если вдруг под нас кидаться будет. Ну, чтобы как не получилось, ты предлагаешь сейчас разойтись, а потом в центр стать обратно? Ну, да, да, ну, ты понял меня, да? Вам проще вдвоем. Можно просто чуть-чуть побежать. К стенке сместиться и по диагонали. Ну, давай так. Это. Ну, давай, там да, потом да. Не будет это, лужа мешать это, или она пропадет потом? Ну, мы встанем также опять же на край лужи, то бишь в сторону платформы. Ну, давай тогда разойдемся. Я правую сторону хилю, ты усиленно левого танка хилишь. Да. Ну, ты щиты там засчитываешь туда-сюда, как бы я пойду хилить. Не, я в холике. А, в холике. Ну я хоты кидаю, то на всех держу их. Готов. Все готовы. Библ готов. Поехали. 3, 2, 1. Бля. Встаете? Поворачивай будешь. Немножко. Каст. Перебежали. Пошел. Перебежали. Понимаю. Масса Гена, Гена Делорес, это трэш. Бахты. Раз пошел. Перебежали. Твой Т-анонси, чтобы я стопал дома, как в прошлый раз получится. Забираю. Прибежали. Ой, чё, урон. Моба. Раз пошел. Забирать. Забираю. Стою, пробовать. Раз пошел. Прибежали. Где спыльте? Забираю. Моба. Ой, ты тыкай в колодец, когда забираешь, он тикает.
раз там в 2 секунды потеп... Раз пошел. И нужно до адмирала. Перебежал. Забери. Набирал. Встать есть. Ему пока не встать, он должен. Без него пока что. Встаньте в апельсин прям в лужу, можете краешек зайти. Опять кто-нибудь умрет. Потому что вы дальше стоите. Скажешь, когда забирать. Забежали. Много. Забирать? Да не надо, бей его трошку. Шамагол рибав. Жена номер мой, если есть. Модов, модов. Расскажу как. Баба в совет, пойдешь и соберешь. Зачем корни? Раз, пошел. Забираю. Забираю. Раз пошел. Перебежали. Мама. Язык куда? Три секунды, Лёх. Я забираю. Забираю. Раз пошел. Бежали. Через 5 секунд забирать можно. Не надо, я скажу. Оба пойдешься. В лужу зайдите. Десять процентов. 50 секунд. Нужно стопать. Да, стопайте, стопайте. Прибежали. Забирать? Нет, поднимай Делоруса. Трэш сливайте. Трэш солейте сначала. Сейчас моб взорвется. Сейчас порахил Долорес. 30. Переводите. 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 20. Бежим на крыло. Переводите. 1/10. Фаза. 5 мобов будет, скорее всего. Нет. Каст, если начал, то будет. Начал. Значит, будет 5. Что, рейд на фул? Ну вот это заебись сейчас. На писечке. Что, монород там? Давай. Первая полина, второй кирс. Дайте ребаф, пожалуйста. Дебаф прочитайте. Вот, смотрите, с перьями не проебите. Слабость. У рейда рассеянность. У нас ярость. Увольдет фир. Увольдет фир. Третья будет фир. Роги аккуратно. Прохил разбойник. Каст пошел. Перебежали. Ура. Да, опять. Три моба у нас всего лишь. Кулак, вышел один.
хил. Не пускайте к боссу. Войда там хитите, мосу прохил. Звезду встаньте все. Уронил. Каст я пошел. Перебежали. Народ, побежишь, короче, после первого поднимешь мост. Розария прохился. Войда прохил. Масса лег. Войда уронил. Ходит пало. Частицу на себя, нет? Она не вставляет. Для нанокислом. Да, там на кислороде, да. Она достает от меня до него, да? Да, достает. Он сразу двух пишет. Хорошо. Все, наша сторона лежит. Жалко пчел. Все, может, давай. Хилы все-таки будут сопроты пить. Сейчас моб дошел, мне тебя разорвет, блядь, за это учтись. Там нет, все, там не сработает. Только что убили двух мобов, появилось после них две лу. Серьезно? Не, это тактика фигня, теперь на второй фазе это не работает. Че, убили двух мобов и че? Под ними появилось два... Нет, это там просто совпало с костом. Там... Да нет. Там следующие вышли. Я же видел, когда мы вот даже вот в метке ходили, РДД залили одного из этих, из элементалей, и там тоже была одна лужа. Ну давайте вот, проверим. Вот тебе пишется? Я вас не видел, блядь, я стоял очень далеко, нихуя не видел. Не видел. Не могу ничего сказать. У кого-нибудь еще? Адмирал? Дезронно, но увидел, что мы народ говорит, лужа появилась. Почикал и обнову, видишь, качнул какую-то маленькую. В смысле, ты имеешь в виду, народ, мы убили моба, он снова резнулся? Или... Нет, под ним появилась лужа. На его месте, где мы его убили, появилась лужа. Чисто одна, даже еще каста не было, а лужа уже есть. Это какого моба убили? Одного из четырех или кислых? Одного из трех, вот которые у нас были. К нам пришлось. Который из перьев. Да, 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 из перьев. Че, походу только контролем этот босс убьется, да? Ну в любом случае, у Элима замедло. Меньше идти будет. Да хули толку, замедло, блять. Отпускать-то надо все равно по очереди. Пачками по два. Ну да. Четыре лока, две совы. Четыре ДК, четыре лока, вариант. Можно такой вопрос, непонятно. Можем еще один раз проверить, если не верить. Короче, когда на тебя вешается огненный дебаф, лучше не кастовать, я понимаю, да? Огненный дебаф? А какой дебаф? Ну, там, типа, какой-то там, который скалируется. Меня слышно? Надо кастовать. Объясните мне, чего сдох Холи Пал с Рестер-друидом? На Рестер-друиде, кстати, его вот моб зашел, и он атака как на нем. Обычно. Его Холи Пал не выхилил. Потому что на нем минус 75%. Я понимаю, смотри, откуда на нем стаки? Откуда если монород. Первую фазу монород. Появилось проклятие, он сдиспелил. Он сдиспелил с Пал. Да. Ну, на тебе один стак. Какая разница, что один, что 10, они одно дают. Минус 75% подхилил. Окей, смотри, тихо. Ты здесь появился с Холи Пала. Окей. Дальше. Тебя начал там... А чего тебя пробивалось? Так же вроде не пробивает. Моб зашел. Войду. Ну, моб зашел. А дальше дальнейший урон от чего? Я не знаю. По ком? По кому? По кому? По мосте.
полипал, вот. Моса, так, давай, сейчас я скажу. Моса, урон, уголь Алара, иссушающий жар. Так, иссушающий. Значит, тут танка не было под ногой. Сверхновая, раз, 6. А, нет, это... Дальше все иссушающий жар. Все, пиздец. По захилу у него, Моса, свет небес, крит 5600, крит 5600. Потом символ света небес 136. Моса. Значит, на плодине тоже был проклят. Мос, короче, пьешь сапрот. В любом случае, дальше полипал. Ты слышал, что Коника говорила? Что? То, что Мамаба убили, а под ним появилась лужа. Тактика хуйня, короче, оказалась. То есть на следующем подъеме элементалей он снова выйдет. Да, на второй фазе появилась лужа, когда мы убили одного из элементалей. Так мы же не в курсе, там появилось, я не видел. Я видел. На первой фазе не появляется. Ну а на второй появляется. Нет, на второй появляется, видим. Да какая разница? И вот Монород тоже видел. Давайте сейчас проверим наверняка. В смысле, какая разница, типа, ты понимаешь, если у тебя появляется, ты убиваешь моба, под ним появляется лужа, на следующем подъеме опять оттуда выходит моб. Нет, он не верит просто. Ну, если на первой фазе такой хуйни нет, то что он на второй будет? Ну, вот так вот сделали. Давайте контролить мобов и все, и не придумывать велосипед. Вага. Ага, все. Че с Вагой? Его нету в Дискорде. Не, вопрос тупо. Уголь Алара, он скалируется, то бишь он, ну, вешает, ну, вот эти вот стаки. И увеличится урон. Что творит-то вообще? Себя прохиливать, это ужасно. Так, блять, это потому что сдох танк, он тебя с рейнджи пиздил. А, ну все то иначе. Там просто по 18к прилетало и... Да. Мне просто вот, блять, у нас ложатся хилы, блять, которые хилят двоих танков всего лишь. И не хилят рит, блять, ничего. Блять, я вообще не понимаю, как можно сдохнуть. Ну я от угля Лару умер, у меня там 18к лупнуло. И понятно. У нас сейчас прилетело два пера на площадку. Мы разбежались от нее. Ну мы дебаф не получили, как бы, и хорошо. Я прохиливал Леху реально. Просто как бы нормально. А потом, когда уже я умер от того, что когда уже рейд был у нас, и плюс на мне Алар, ну вот этот уголь Алара повесился, я уже вайпнулся, все. Больше ничего такого лишнего не было. Че, Свага, вылетел, не вылетел, блядь, что? Мы разбежались просто, видишь, Монгол, в разные стороны, и они как, блядь, Олимпийское кольцо легли, и мы обратно сойтись не смогли. Это надо разбегаться хер знает куда. А у нас танки, ну, возможно, упадут, если мы так далеко побежим. У нас как-то РТ заканчивается. Хорошо, поэтому нам проще стоять на краешке, оно ляжет туда, и чуть-чуть сдвинуться вперед, и оттуда доставать, хилить вроде как бы можно. Ну хотя бы не будет два. Уверены, что там, блядь, лужа появилась, пусть там мобов? Видос есть? Ну вон, типа, мы народ это видел, Коник. За, у меня фоновая запись не стоит. Я далеко стоял, блядь. Давайте попробуем от последней пол сделаем. Так а хули толку, блядь? У нас один ДД. Он не аннекс выйдет. Знаешь, я что подумал? Может быть, одному магу вместе с Моссо и Хэпалом бегать? А магу нет, друиду да. Почему магу нет? Он себе глыбу скинет. Потому что, так как мы пока сливаем трэш, а маг нам нужен здесь, в рейнде. А вы учитывали когда-нибудь, что там вешается 5 дебафов на минус 80 физухи, 5 дебафов на минус 80 магии, 5 еще какого-то говна, 5 дебафов на агрогенерацию? Нет? Да задница это все. Ну так минус 80 это охуенная хуйня. Ну блядь, тут в зависимости на кого оно попадет. Ну вот допустим, миликов мало, да? 2 милика, допустим, на них не попадет, даже не считая. А вот минус 5 магов, которые по минус 80, это, представь, это криты были по 10 тысяч, хуяк стали по 2 тысячи. Охуеть.
Да сколько дамага урежется? Да хуи. Мне просто вот интересно. Кислый, даже когда хилы нигде, он еще, блядь, жил, наверное, там, блядь, секунд так 20, блядь. Вот что делают хилы, блядь? Это сила медведя. Это супер прожимка трехминутная. Че, крик нахуй, да? Отхил, 170 к хп и в паре с неистовым восстановлением, которое... В ожидании, что резнут хилов? Ну, хоть посмотреть, посопротивлять. А символ у тебя стоит на него? Да, эти выровни 50% мне отхиливают от боевого хп. То есть я прожимаю неистовое восстановление, у меня 170 к становится. То есть половина от этого я за 10 секунд отхиливаю. Пиздец. То есть сколько там? 85 получается. А на инстинкты тоже стоит? Кисто потехило. Ну так он тебе за них и сказал. На и восстановление. А третий чё? Короче, начисляй керс, тебе 1000 расход. Нету. Блять, что, будем опять теперь контроль делить? Конечно, пойдем на канал не. Я не видел, по крайней мере, сейчас, блядь, того, чтобы, блядь, появилась лужа. Надо лично увидеть, тогда будем, если что-то вдруг. Возможно, это есть, случайный баг. Конечно, тогда вниз канал. Кислый, вот. Вообще, если вы помните, на первой фазе то же самое было. Мы тестили убивать адов, мы его убивали, появлялась лужа. Мы от этой тактики отказались. Когда появилась тактика, вот сейчас мы траем, я не знаю. Ну, видимо, на второй фазе так и не меняли. Это было и на первой. Ой, это у тебя есть видео? Там же Дезерон где записал правку. Нету.